Ежегодно в соревнованиях по лыжным гонкам принимают участие не только взрослые, но и совсем юные лыжники. Самым молодым нет и 10 лет, а в старшей возрастной группе стартуют те, кто уже не один десяток лет занимается этим видом спорта. Несмотря на довольно морозный день, этот год также не стал исключением, собрав сотни спортсменов. Я очень люблю спорт, вот, и участвую постоянно в лыжных соревнованиях, участвую в «Лыжне России» и также на приз газеты «Дистанция правда» ежегодно. Эмоций много, морозные, здоровье, бодрость потом после. То есть как бы зарядка на очень многие дни. Традиционно на старт выходят представители районной и поселковой администрации. В этот раз им предстояло бежать 2014 метров. На открытии соревнований, обращаясь ко всем участникам лыжной гонки, они пожелали спортсменам победы, высоко оценив важность сохранения такой традиции. Сегодня такой морозный, хороший день. Поэтому, я думаю, сложности будут, поскольку температура такая очень низкая. Но, тем не менее, вот судя по настрою и по настроению собравшихся, думаю, что праздник у нас получится. Спортивный праздник действительно удался. Как и планировалось, первыми на старт вышли самые молодые лыжники, которым предстояло пробежать 500 метров. А кто постарше, бежали 1 километр по специально подготовленной трассе. Следом на старт вышли более опытные спортсмены, которые боролись за победу на 5-километровой дистанции. У нас на все группы есть призы. Спонсоры собрали более 130 тысяч рублей. Призовой фонд у нас. Все будут награждены медалями, грамотами и также ценными подарками. Екатерина Зойдина, Сергей Ковач. События, Брянский район.